Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать мою первую уходовую косметичку в этом году. Это уходовая косметичка на месяц январь, уходовая. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. И как и всегда, я начну с продуктов по уходу за волосами. У меня остался с декабря вот такой шампунь от марки Nivea. Pure Detox, мицеллярный шампунь, он у меня с зеленым чаем и лаймом, 400 мл, не закончился, вот переходит на следующий месяц, на январь, и буду им с большим удовольствием пользоваться. И так как это у меня единственный шампунь, который остался, я решила взять еще от марки Capus, достала из запасов шампунь Кератин. Давно я его приобретала, здесь 300 мл объем. Посмотрю, как он будет работать, раньше у меня такого не было. Дальше от компании Фаберлик из линейки Эксперт Winter Care 2 в 1 шампунь бальзам двойное питание с аминокислотами. Я уже не раз говорила, что он для меня пахнет зелеными бананами, прям такими зелеными-зелеными. Вот я не знаю, как это связано, бананов здесь явно как каких-то, да, компонентов в шампуне нет, но вот запах такой, прям вот идентичный. И еще я беру шампунь вот такой небольшой, это марка Сиос, для тонких волос, лишенных объема. Тут всего-то 100 мл, так что тоже будет. Даже если за январь они у меня не уйдут, то перейдут на февраль. Извиняюсь также за свой голос. У меня он то лучше, то хуже. Поэтому вот как получается, так и снимаю, к сожалению. У ребенка продолжает быть шампунь от марки Мое Солнышко, леденцовая свежесть. Указано, что формула без слез, но это неправда. Глазки он щиплет, когда, если, не дай бог, попадает, но я стараюсь все-таки этого не допускать, а просто, когда мою ребенку голову, быстро-быстро пену убирать, чтобы на лицо ничего не попало. Вот, ну, бывает, конечно, что случается, что немножко попадает, но все-таки я стараюсь это контролировать. А дальше, также у меня для волос вот такой спрей гиалуроновый, увлажняющий спрей-кондиционер. Здесь у нас что идет? Глубоководная сахалинская ламинария. Очень приятный аромат, такая вот классная упаковочка. Получала в подарок от Мариночки, большущее тебе спасибо. Пользуюсь, но осталось там уже мало, поэтому нужно что-то добавлять. И ему на замену я возьму от марки Чистая линия объема восстановления. Тоже спрей-кондиционер для волос с маслом ши. Такой я приобретаю уже второй раз. Брала на сайте Валберес. Очень нравится. Раньше покупала такой же, но с алоэ. К сожалению, поднадоел или к счастью, не знаю. И я стала брать с маслом ши. Так, и также несмывашка для волос от марки Фаберлик из линейки Салон Киа. Смарт кератин, восстанавливающий филлер для поврежденных волос. Ну, я бы, знаете, не сказала, что он прям там что-то восстанавливает. Ну, вот я использую на кончике волос, и мне, в принципе, нравится. Он их смягчает, они не пушатся, вот это вот не торчат. Ну, более-менее прилично с ним выглядят. С продуктами по уходу за волосами мы закончили. И переходим к категории «Уход за телом». Тут сейчас я немножечко место освобожу, потому что продуктов очень много. Я прям набрала, я не знаю, мне кажется, даже на февраль у меня половина перейдет. Ну, посмотрим, как пойдет. Итак, начну я с таких больших бутылечков. Это у меня гель-скрабы для тела. Не знаю, что это за марка. В общем, клубничная маргарита и апельсиновый шприц. В общем-то, гель-скрабы, ну, я буду их использовать просто как скрабы. Ну, то есть после них я еще буду использовать гель для душа, какой мне захочется. Вот, так что в основном я беру для того, чтобы пользоваться как скрабами. Далее, касаемо гелей для душа. Беру
два вот таких. С прошлого месяца у меня ничего не осталось. Я беру марку Oriflame. Это линейка Discover, Камчатка и Калифорния. Так, у нас, по-моему, перевода никакого нет. Ну ладно. В общем, приятные такие ароматы, зимнее оформление, поэтому я решила взять. Так, дальше. У меня очень много гелей от Avon из линейки Senses. Это уже снятая линейка. Что-то, конечно, они перевыпустили, но вот то, что осталось, я хочу за этот год израсходовать. Первый гель – это Avon увлажняющий, дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Не первый раз такой у меня уже гель, у него очень приятный аромат. Поэтому вот в запасиках нашла и буду использовать. Еще один драгоценные масла линеечка. Белый персик и ванильная орхидея. Он уже кремовый и также с маслом макадамии. И еще один гель, который я уже использую. Это вот такой, тоже лимитированная коллекция выходила. Сокровища зимы с ароматом малины и ванили. Очень приятный гель. У него прям такой зимний, теплый, согревающий аромат. Прям вот, я не знаю, сразу так в мыслях камин, огонь, вот это вот все тепленькое, чай какой-то, не знаю, ароматный со специями, ну вот прям приятнейший просто аромат. Гель мне нравится, так что буду продолжать им пользоваться дальше. С гелями мы закончили. У ребенка в использовании Honey Kit гель для подмывания малыша. Ну, аромат более-менее приятный. Тот, который у меня был с алоэ вера и оливой, просто ужас от Honey Kit. Аромат настолько надоел, что вообще хуже горькой редьки. А этот у нас с экстрактами шалфея, календулы, ну и тоже алоэ вера. Ну, так поприятнее уже пахнет. Так что используем. Сюда чуть дальше уберу. Вот. Этот, в принципе, хороший, но я решила перейти уже полностью на ушастый нянь, пользоваться только этой маркой. Так, увлажнялки различные для тела. У меня с декабря остался вот такой питательный лосьон для тела с манго. Был у меня такой с кокосом, там какой-то был аромат пластика с манго. Вот купила, такого нет. Очень приятный такой сладковатый аромат манго, мне нравится. Осталось там немножко, так что за январь точно уйдет. И также я решила взять вот такой вот, да, уже с помпой. Это у меня бурбонская ваниль. Тоже лосьон или молочко. Молочко для тела, бурбонская ваниль компании Ифраше. Здесь такой прям большой объем, 390 миллилитров. Здесь 370. Ну, в принципе, не так уж и прям много, не больше, да, чем здесь. Ну, там всего-то на 20 миллилитров, но все равно посмотрим, как он у меня пойдет. С увлажнялками это не все. От компании Oriflame я возьму в уход вот такой вот продукт. Это крем для рук и тела Milk Honey Gold. Вот это вот их линеечка. Ну, для рук я вряд ли буду использовать, в основном хочу для тела, ну и, возможно, на ноги. Посмотрим, как дальше будет. Так, что у меня здесь еще? Дезик. Я не знаю, как марка правильно читается, Эксе или Эксе, но если что, меня исправьте, пожалуйста. Это антиперспирант, дезодорант, точнее, с пудровым цветочным ароматом, без следов и пятен. Получала в подарок от Мариночки. Большое спасибо. Мне очень нравится. Хорошо защищает. По поводу пятен ничего сказать не могу. Не замечала. Вот, но защита у него хорошая. И аромат приятный, цветочный. Далее спрейчик для тела у меня вот такой. От марки Parley Cosmetics. Покупала в магазине Fix Price. Это парфюмированный спрей с маршмеллоу. 200 миллилитров, что-то как-то он у меня прям долго идет, хотя аромат у него просто потрясающий. Здесь я чувствую какой-то, не знаю, бисквит, пирожное с сочными ягодами, прям вот ягодно, бисквитно, не знаю, какой-то воздушный десерт. Ну, в общем, очень-очень вкусный аромат, прям вот по-новогоднему вкусный. И вот он у меня вот так идет, я даже не знаю, как вам показать.
Наверное, как-то вот так, чтобы видно было, да, сколько у меня его осталось. Я, честно говоря, не помню, сколько было его изначально, где-то вот столько или чуть меньше. Но суть в том, что это у меня за октябрь метка, далее метка ноябрь и метка декабрь. Чуть уронила. И вот дальше буду использовать, посмотрим, как быстро или как долго он у меня будет уходить. И еще у меня для ванны, я не показывала вам в уходовой косметичке на декабрь, но взяла сразу, уже потом в декабре, в общем, когда муж приехал, это пена для ванн, праздник к нам приходит, Кока-Кола. Я покупала в Магнит Косметик, сначала я подумала, что это гель для душа, но потом уже дома обнаружила, по-моему, когда я снимала покупки, что это именно пена, а не гель. Ну, мне кажется, можно было бы использовать и как гель при желании. Пена имеет вот такую прям жидкую-жидкую консистенцию и по цвету тоже напоминает Кока-Колу. Аромат безумно приятный, воду окрашивает в такой коричневый оттенок. Очень приятно, как будто бы, я не знаю, в Кока-Коле купаешься. Вот, поэтому я пока беру в уход, пока у меня возможность есть. Я буду пока принимать ванну. Вот, а далее покажу вам ароматы. Мы их наносим и на тело тоже, не только на одежду. Вот, так что у меня все абсолютно закончилось, что я брала на декабрь. Также я буду снимать Project Pen на, наверное, ну, на зиму я уже показывала ароматы. Следующий у меня будет это весна-лето. Что бы я хотела закончить в этом году, это я буду показывать позже. А пока я буду пользоваться теми ароматами, которые я вот вам показывала в ролике мои ароматы на осень-зиму. И, в общем-то, я беру в использование вот это вот ночная ваниль компании Фраше. У меня бутылечек объемом 100 мл. Уже не первый год у меня этот бутылечек. И, в общем-то, уже хочется доизрасходовать. Аромат очень приятный. Прям, ну, такой нехимозный аромат ванили. Я им довольна. Давайте, наверное, коробочку я с кадра уберу, чтобы она много места не занимала, потому что у меня еще косметики много за кадром вам нужно показать. Вот, но не знаю, видно вам или нет, но вот по вот эту вот меточку вот столько у меня еще этого аромата. Буду пользоваться вот и январь, и февраль. Ну и посмотрим, когда он у меня уйдет. И еще я беру вот такую новинку, это компания тоже Yves Rocher, вот я покупала в декабре, это, в общем, вот так называется, не буду читать, какая-то лимитированная версия с гелем для душа вместе был в наборе, очень тоже приятный аромат, здесь и мускус, и ваниль, и еще что-то, но я называла ноты в ролике, когда снимала про покупки, вот, так что очень мне нравится, буду с большим удовольствием пользоваться. И у мужа будет вот такой аромат в использовании. Это Faberlic Celsius, маленький такой бутылечек, 30 мл. Вот, ну, с таким вот распылителем он здесь идет, стандартным. Предыдущий аромат у него закончился от компании Avon, там X-серия какая-то. Вот, я забыла показать его в пустых баночках, но уже покажу в пустышках года. Пустышках ароматов, имею в виду, вот, так что сейчас будет пользоваться вот таким. Далее давайте с вами посмотрим, что я беру в уход за лицом, губами, зубами. И начну я с продуктов для лица. Первое, что у меня уже в использовании, это гель для умывания, который подходит для смешанной и чувствительной кожи от компании «Чистая линия». Линейка «Идеальная кожа». Очень мне нравится, классный, приятно пахнет, хорошая такая у него консистенция, он отлично пенится. И, в принципе, я им довольна, уже не первый раз его приобретаю, классный гель. И ему на замену будет черный жемчуг, это пенка мусс для умывания, деликатное очищение. Здесь также содержится 7 биоактивных масел. Указано, что эффективно удаляет макияж, очищает без сухости. Получала в подарок от Маришки. Большое тебе, Мариш, спасибо.
Макияж я на самом деле делаю очень редко, практически никогда, хотя надо. Вот, но у меня как-то вот на тушь, я не знаю, какая-то реакция идет, что у меня то глаза чешутся, то вот это все начинает слезиться. И для меня самый лучший вариант это сделать себе наращивание ресниц. Вот это вот прям мне очень нравится, но, к сожалению, сейчас времени столько нет идти 2 часа провести на ресницах, потому что и ногти, и ресницы, ну как бы тут на ногти-то иной раз бывает, подбираешь время, чтобы попасть. А далее у меня также будет успокаивающий витаминный тоник от марки Гарнье. Тонизирует и смягчает, розовая вода, сухая, чувствительная кожа. Хотела... Не поняла, что это. Это от геля отражается, господи. Хотела также приобрести тоник из этой линейки, но не было его. Покупала я в Магнит Косметик. Ой, не тоник, а гель для умывания. Все, я уже начинаю конкретно путаться. Вот, хотела приобрести гель для умывания, его не было, поэтому я взяла только тоник. Не первый раз уже у меня, очень нравится. Далее, скраб для лица у меня от марки Черный Жемчуг, очищение плюс уход. Нежный скраб с коллагеном, камелией и гиалуроном. Подходит для всех типов кожи. Тоже подарок от Маришки. Большое тебе спасибо. Скраб действительно очень нежный. Он кожу не травмирует. Давайте покажу, какие у него скрабирующие частички. Ну, наверное, будет плохо видно. Но вот такие, видите, они очень мелкие, не грубые. Хорошо кожу очищает. И мне нравится. Аромат у него еще безумно приятный, такой прям свежий-свежий, акватический какой-то. Упаковочка у меня немножко стала как-то вот это вот все облупливаться, ну, потому что постоянно контактирует с водой в ванной комнате, и вот, в общем-то, как-то начинает это все постепенно слезать, ну, ничего страшного. Далее, маски для лица. Продолжаю использовать вот такую. Маска для проблемной кожи лица, дикий серебристый эвкалипт, органические масла чайного дерева, австралийского лимона и активный цинк. Хорошая маска от Планеты Органика, она хорошо освежает кожу. По поводу ухода за проблемной кожей ничего сказать не могу, потому что моя кожа, в принципе, не проблемная. Иногда, конечно, бывают какие-то высыпания, типа там подкожников, либо прыщичков небольших. Вот у меня в основном черные точки бывают, вылезают, но я вот любитель их выдавливать. Вот, а так, в принципе, мне просто нравится то, что кожа более такая светлая после использования этой маски, и она классно освежает. Вот, больше мне, в принципе, от нее ничего не нужно. И еще вот такая маска, уже брала и в ноябре в уход, и в декабре, ни разу не воспользовалась. Вот какой-то, господи. Это у нас, так, что у нас тут? Насыщающая кислородом увлажняющая маска с микроводорослями для нормальной комбинированной кожи. Она мне приходила в подарок от компании Фраше. Ну вот, в январе уже нужно будет точно ей воспользоваться. Так, переходим к кремушкам и потом покажу вам тканевые маски и патчи. Кремушек у меня для утреннего ухода вот такой. Это марка Невская косметика. Предназначен для сухой нормальной кожи с морожкой. Увлажняет, питает, защищает, повышает упругость. Хорошо действительно увлажняет и питает. Быстро впитывается, никакой липкости, ничего такого не оставляет. Я довольна этим кремушком. Приобретаю разные от этой марки. Мне очень нравится. Вот у меня закончился в декабре оливковый. Для вечернего ухода-ночного беру вот такой. Это у меня ночной крем, где-то было написано, уже не помню. В общем, вот ночной крем Dream Therapy с мелатонином. Так, тут у меня, конечно же, все начинает падать за кадром. Вот такая вот здесь упаковочка. Сейчас я ее открою, покажу вам, какой крем внутри. Вот такой, девчонки, здесь кремушек. Он у меня уже во второй раз. И, в принципе, я думаю, что и в этот раз он мне тоже понравится. Вот такой вот он беленький. Почему-то на камере он какой-то ванильного оттенка. Ну вот, более-менее белый, в общем-то. Очень приятный аромат.
Вот только в пустышках показывала спрей для тела из этой линейки. И вот беру кремушек. Тканевые маски. В этот раз я тоже беру абсолютно все. Это подарочки от Марины. Мариш, еще раз тебе большое спасибо за твои подарочки. От всей души спасибо. Масок в этом месяце я решила взять 7 штук. Как всегда, я вам уже говорю, что я от них требую только увлажнения, чтобы немножко у меня лицо было более посвежее. В общем-то, да, когда вот не высыпаешься, хочется как-то кожу, в общем-то, восстановить. Вот, увлажнение от них, освежение я получаю, осветляют они кожу. В принципе, мне этого достаточно. Итак, масочки. Первое, это от марки LPK с витамином С, коктейль какой-то для сияния. Далее, Эльскин с молочными протеинами, питательная маска. Две маски от марки Эль Косметикс или Элсе Косметикс, в общем, не знаю. С коэнзимом Q10 масочка и с жемчугом. Вот, по-моему, жемчугом я приобретала, в пятерке у нас была. Или нет, возможно, ошибаюсь, но вот с коэнзимом Q10 у нас точно не было, так что попробую. Мариш, спасибо тебе. Далее масочка «Черный жемчуг», маска-сыворотка «Гиалурон увлажнение». Насыщенно увлажняет, избавляет от сухости. Как раз таки то, что да, актуально в осенне-зимний период, чтобы кожу как можно больше увлажнить. Вот тоже такая красивая упаковочка, воспользуюсь. От марки 7 Days вот такая масочка. Здесь у нас какие-то печеньки. Маска для тех, кто любит себя. Вот, так что воспользуюсь. И вот такая от Beauty Visage тканевая маска для лица. Плацента, пептиды, секрет улитки. Она идет с эффектом анти-эйдж, это у нас фитокосметик. Не Beauty Visage марка, а фитокосметик. Вот, ну, мне, конечно, наверное, еще рано анти-эйдж эффект, но увлажнение она мне 100% даст, и мне этого будет вполне достаточно. Так, с масочками это все. Покажу вам патчи. Приобретала я их в магазине Fix Price. Вот такие ягодные, гидрогелевые. Первые – это увлажнение лифтинг с экстрактом киви. Вторые – увлажнение тонус, экстракт помело и витамин С. Марка Флоресан. В каждой упаковочке по 16 сашетов патчи. Давайте на примере одной покажу, какие они внутри. Вот такие вот они, оранжевые. С блесточками, что ли, с какими-то, не пойму. Нет, не с блесточками. Ну, в общем, буду их использовать. И не факт, конечно, что вот эти все 32 патча у меня уйдут за месяц, но сколько использую, столько использую. Вот, в общем-то, вот такую вот вам показала коробочку. И с киви они, по-моему, зеленые. Как-то упаковки, наверное. Вот такие вот они. Болотного такого зеленого оттенка. Вот. Прям какие-то блесточки, что ли. Ну да, тут блесточки уже есть. Вот, так что буду пользоваться. Ну, а мое мнение вы уже узнаете в видео про пустые баночки за январь. Переходим к продуктам по уходу за полостью рта. У меня осталась с прошлого месяца вот такая зубная паста Клац. Айс кола, кола со льдом. Это зубная паста для поколения Z. Или Z, как там. Вот. Ну, буду пользоваться дальше. У ребенка вот такая зубная паста у сыночка. Рокс, банановый микс. Но она органическая, больше месяца использовать нельзя. Поэтому вот столечко осталось. И я ее доизрасходую сама. Думаю, ничего со мной страшного не случится. Но ребенку больше не буду ей чистить. И ему на замену поставила вот такую Рокс с яблочком. Нежный уход от 0 до 3 лет. Вот, сегодня уже воспользовались. Хорошая зубная паста. Так, далее зубные пасты. Как раз-таки вот к Новому году решила, в общем-то, приобрести. Но Новый год что-то я использовать не стала, поэтому беру в январе.
ноябре, в январе уже все перечислила. Вот такой вот классный наборчик от марки Клац. Здесь у нас 3 зубных пасты. Они предназначены для ежедневного ухода. И вот такие они внутри. Это имбирный пряник, глинтвейн и корица с мятой. Обожаю корицу, обожаю мяту. С большим удовольствием попробую. И также в подарок вот такой вот. Что это у нас? А, свеча. Вот. Тут прям такой аромат. Очень приятный. Корицы, прям вот пряностей таких. Ну вот буду этими пастами пользоваться. Даже если не закончатся за январь, перейдут на февраль. Также я решила заменить зубные щетки и себе, и сыночку. Себе я беру вот такую. Средняя жесткость. Colgate. Зигзаг. Вот, буду пользоваться, фиолетовая такая. А сыночку, это подарок от Мариночки, большое спасибо. Супер мягкие щетинки, доктор Заяц, тоже Colgate, для детей 2+. Нам как раз вот было вчера 2,2. Вот, так что будем пользоваться. Спасибо тебе, Мариш. Я покупала абсолютно такую же, тоже у меня в запасе она теперь лежит. Вот, ее возьмем потом, через 3 месяца. Так, дальше. Продукты для ухода за губами. Я снимала, кто помнит, в прошлом году ролик про бальзамы для губ Project Pen. Там были бальзамы, которые я хотела израсходовать за 2023 год. Не все, конечно, получилось израсходовать, но результаты обязательно будут. Чуть позже я этот ролик сниму, и пустышки ароматов тоже, конечно же, будут, но чуть попозже. Вот, и так как у меня получилось истратить не все бальзамы, то первое, что я хочу начать использовать в начале, да, этого года, тоже будет ролик Project Pen на этот год, это те бальзамы, которые я, в общем-то, в прошлом году не израсходовала. Их у меня еще вот столько осталось, я вам сейчас быстренько все покажу. И покажу те, которые я буду использовать в январе. Именно хочу сделать упор на них. То есть вот ничего больше не брать. Сначала эти закончить, а потом также каждый месяц брать там по 5, по 6 штук и использовать их. Итак, в январе первые бальзамчики, которые у меня идут в использование, это бальзам-талисман для губ Crazy Zvere. Он идет с охлаждающим эффектом. Очень вкусно пахнет малинкой. Так, что я его не могу открыть. Не пойму, в чем дело. Так, надо мне тут сделать паузу. Так, девчонки, я открыла, получилось. Вот такой вот бальзамчик у меня здесь внутри. Видите, его сколько еще много осталось. Ну вот хочу пользоваться как раз-таки для зимы, для осени. Он просто идеально подходит. Заказать можно на сайте Wildberries. Стоит он, ну, где-то, я приобретала рублей за 150-200, ну, не больше. Сейчас я не знаю, сколько он стоит, ну, вот по названию можно поискать. Так, вот такой вот он у меня. Ставим. Так, дальше. Бальзамчик для губ Chapter с малиной и амариллисом. Вот такой вот. Тоже закончила бы на 5, теперь буду на вот эти вот 2 в основном налегать, скажем так. Пользовалась, но его еще здесь много. И он тоже очень приятно пахнет, так прям сладенько, малинка. И это у меня оттенок 03. Так, дальше еще один такой вот бальзамчик, как бочоночек. Ну, точнее, баночка. Это у меня Blistex. Тоже для него сейчас как раз-таки вот сезон пользоваться. Когда у нас еще морозы вот обещают будут, тоже буду им пользоваться. Вот столько у меня его. Ну, аромат, конечно, на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Я обожаю этот аромат. Вот, так что, как говорится, каждому свое. И еще 2 бальзама уже в стике. Это бальзам-помада Neutrogena, норвежская формула. Очень нравится. Такой вот он у меня беленький, там еще его достаточно. Тоже буду пользоваться. И от Maybelline Baby Lips. Какой-то там увлажняющий. Вот столько его у меня. И вот такого он оттеночка. Тоже очень приятно пахнет какими-то фруктиками и свежестью. Ну вот я им тоже
очень довольна. И это вот все бальзамы, которые я хочу использовать в январе. Дальше сейчас покажу вам те, которые будут ждать своей очереди. Это у меня бальзамчик вот такой вот, брелочек с ароматом винограда. Заказывала в подружке в интернет-магазине. Очень приятно пахнет виноградиком, но, скорее всего, его я оставлю на весну или лето. И его собрат, это вот такой вот с ароматом яблока, тоже белый внутри. Очень приятно пахнет яблочком. Еще у меня есть там какой-то красавчик с ароматом вишни. Но его я пока в Project Pen еще не брала. Далее два бальзамчика от марки Exe. Или Exe, в общем, это подарки от Маришки. Мариш, большое тебе спасибо. Внутри они вот такие вот. Показывала, что они у меня подтаяли, поэтому надо их обязательно использовать. Ну, вернее, подтаял у меня прям сильно вот этот вот голубенький, а розовенький еще не так сильно. Вот, так что тоже буду пользоваться. Голубенький у меня, кстати, с маслом ши, а розовенький с вишенкой. Так, дальше. Есть у меня три бочонка. Даже не три, а четыре. Вот четыре бочонка. Это апельсин, это клюква, оригинальный и гранат. В общем-то, их я хочу использовать не только на губы, но на какие-то еще сухие участки на теле. Так что вот таким образом тоже буду их использовать. Так, еще у меня есть от марки LPK масло для губ с арбузиком. Тоже пока еще ждет своего часа. Конечно же, бальзам для губ Carmex. Куда же без него? Как только закончу Blistex, добавлю Carmex, уходовую косметичку. Дальше от марки Nivea бальзам с ежевикой. Вот такой вот он. У меня их два, поэтому вот один уже брала Project Pen, но так и не воспользовалась. От компании Fraiche цветной бальзам с манго. Вот такого оттенка. Он и на губах такого оттенка. Мне это не очень нравится, но у него просто шикарный аромат, поэтому, скорее всего, буду использовать только для домашнего. В общем-то, да, использование от марки Himalaya Strawberry Shine. В общем, клубничное сияние, вот такого оттенка он идет, он, по-моему, тоже такой прям насыщенный, видите, вот такой вот он, вот, ну, не знаю, буду использовать на выход или только дома, аромат такой прям у него кисленький, химозненький, ну, пойдет. Дальше, от марки Лакомка, карамельный капучино бальзам. Это мне тоже, видите, какая ерунда с ним. То же самое, не знаю, что они мне тают, хотя они около какой, как ее называют, скажите мне, не знаю, там, батареи, либо чего-то еще они не находятся. Вот, так что, ну, наверное, давайте возьму я его тоже на январь. Вот, но какое-то, конечно, у меня количество, мне не нравится такое число 6. Поэтому давайте возьмем что-то еще. И пусть это будет, ну, давайте возьмем вот этот. Он у нас тоже подтаял, вот, так что 7 бальзамчиков будут у меня на месяц январь. Ну и посмотрим, что из этого у меня закончится. Еще один бальзамчик у меня, это чистая линия. Он у меня с брусникой и маслом облепихи. По-моему, как-то так называется. Вот, что-то тоже немножко, видимо, подтаял, беленький. Очень приятно пахнет. Тоже буду, конечно же, использовать, но чуть попозже. И два бальзамчика от марки Nivea. Вот в таких тубах с ментолом и с клубникой. Этот охлаждающий, этот нет. Вот, ну, тоже ждут своего часа. И еще у меня здесь есть вот такой бальзам детский после укусов насекомых, мое солнышко. Вот, ну, он, наверное, уже просрочен. Ну, я решила для себя оставить. В общем-то, на лето, а ребенку просто куплю новый. Так, ну и последняя категория. Это продукты для ухода за руками и ногами. Начну я, как всегда, с мыла. Беру я два вот таких жидких мыла от компании Faberlic. Это линейка Beauty Cafe. Лаймовый сорбет и апельсиновая меренга.
Очень приятно, что стали делать более такой хороший объем 300 миллилитров. Раньше там, я не помню, сколько был, 190, что ли, или меньше. Вот, но очень приятно, что побольше теперь и на дольше будет хватать. И еще одно мыло, вот такое у меня остался кусочек. Это была звездочка. Сейчас это уже далеко не звездочка. И, в общем-то, вот такое это мыло от компании Faberlic. Линейка «Я люблю зиму». Фигурное туалетное мыло «Карамельная звезда». Карамелью, честно говоря, вообще не пахнет. Просто какой-то запах хозяйственного мыла и слегка сладковатый. Ну, вот у меня такое мнение сложилось. А дальше покажу вам кремушки для рук. Продолжаю использовать вот такой от компании Faberlic линейка Lovely Moments. Это прошлогодняя лимитированная коллекция. Ягодный леденец, приятный аромат. У меня там, видите, уже немного его осталось. С большим удовольствием использую. Быстро впитывается, хорошо увлажняет и питает кожу рук. Так что буду использовать дальше. Еще добавляю, возможно, даже эти у меня кремушки пойдут не только на январь, но и на февраль тоже. Ну вот, чем захочется, тем буду пользоваться. От компании Ван Кеа, или как там правильно, не знаю. Увлажнение защиты с ультрафильтрами. Карамельные вафли или вафли с карамелью. Покупала в магазине Фикс Прайс. Буду, конечно же, использовать с удовольствием. Если вдруг не понравится как крем для рук, я просто буду использовать как крем для ног. Я так часто делаю. Если, допустим, мне крем не нравится. Так у меня было в прошлом месяце. Так, и еще беру от марки Dove крем для рук для сухой кожи. Я, честно говоря, не помню, но, по-моему, это подарок. То ли мне кума дарила, то ли Маришка. Честно, не помню. Девчонки, простите, кто-то из вас подарил, либо, может, вообще сама купила. Ну вот, не помню, к сожалению. И еще я беру вот такой большой просто крем для рук. Это интенсивный уход питания, восстанавливающий крем для рук с аллантоином. Питает и восстанавливает для очень сухой кожи. От марки Гарнье, понятное дело, да, все здесь написано. Я думаю, что он будет классный, потому что я на него читала положительные только отзывы. Отрицательных я не встречала. Он, знаете, очень такой прям густой. Вот такой вот он розовенький и густой. Я думаю, надолго мне его хватит. Здесь объем целых 100 миллилитров. Ну, как раз вот на январь и февраль, на остаток, в общем, да, зимы, на 2 месяца, я думаю, он у меня за это время уйдет. Простите, девчонки, уже не могу этот кашель сдерживать. Далее с продуктами по уходу за руками мы закончили. Переходим к уходу за ногами. Продолжаю использовать вот такой крем от марки Faberlic, линейка Happy Штепс или Штапс, тонизирующий с можжевельником. Очень нравится, быстро впитывается, хороший крем, я довольна. Вот уже тоже немножко у меня его осталось. И ему на замену будет вот такой кремушек Кафе Мими Суперфуд, смягчающий крем для ног, какао и жожоба. В общем, давайте покажу, какой он внутри. Тут у нас тоже такая вот штучка. Вот такой вот белый кремушек. Послушаем аромат. Ну да, приятненько он так пахнет. Вот, ну как только я закончу вот этот, приступлю к этому. Вот, но это еще не все. У меня будет еще один кремушек. Парный кремушку для рук от марки Гарнье. Это вот такой крем, восстанавливающий для ног с соком клена и аллантоином. Против сухости, против трещин. Для очень сухой кожи, конечно, трещин у меня нет. Ну, возможно, какие-то микро такие трещинки есть, но прям таких сильных нету. Прям какой-то сухости ног у меня нет. Но вот покупала их в паре, на Валберес заказывала. Вот как раз зимой хочу их использовать. Я думаю, что за январь и за февраль они у меня оба закончатся. Девчонки, вот такая уходовая косметичка на месяц январь у меня получилась. Я взяла очень много продуктов. Надеюсь, большая часть из них у меня закончится. Извиняюсь также за какие-то оговорки, несостыковки, но просто периодически прерываюсь, кашель душит, и вот эти вот паузы делаю, и, в общем, сбиваюсь постоянно. Вот, так что извините, если вдруг что-то где-то не так сказала, но
Очень хотелось ролик снять, пока есть время, возможность. Вот такое у меня бывает нечасто. Пишите, что из того, что я вам сегодня показала, вы пробовали, что вам понравилось, что не очень. Я с большим удовольствием почитаю ваше мнение, а также пообщаюсь с вами в комментариях. Подписывайтесь на мои каналы, YouTube, Telegram-канал, Яндекс.Дзен. Ссылочки всегда оставляю в описании под роликом. Как и всегда, я вам всем желаю хорошего настроения, отличного дня. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. И всем пока-пока.